Опа, опачки. Мотало. Фу. Так, ну если мотало, то пережевывает. Ну либо уже ушла, либо бросила. Лед у нас сегодня плохой, особо не побегаешь. Это правда. Не знаю, но я подходил прям, ну не то, что услышал, убежал, а просто вот мотало и встало. Я же здесь где-то щуку летом поймал. Да, кстати. Мне кажется, вот здесь стояли. Не, по-моему, чуть дальше, за мной. Да, чуть дальше поймал. Ладно. А как же подождать? Да мы сколько шли-то? Ну, шли, да, пока бежали. Куда? В корягах уже. Класс. Есть. Опа. Или трава. Нет, рыба. Нормально? Ну, да. Ну, тогда не сливай давай. Да подожди. Ой, блин, нельзя, говорит, под руку. Да, просто молчи. А, ветер, ветрище. О, о. У-ху-ху-ху, кило точно есть. Первый флаг. Зох, второй. Да, снимай. Да ладно! Тихо. А видно было, Женек? Нет, ты встал, я сижу за тобой плавать. Жесть. Да, Женек, я кило поймал. Вот это утречка. Килошку. Да, нормально. Хоро... Я тащу, думал, трава. Я не знаю, кстати, насколько долго он стоит. Я за тобой не видел его. А, настолько? Мотает. Есть. Ой, тоже не мотает. Нет. Не крупная? Ой, слушай, да нормально, вообще красота, пошла жара. Давай, пятюню. Ребята, вот одна. И вот он, флаг стоит с щучкой. Прикол. Да. Вот они мы. Всем привет, это канал Just Hook Up. И мы снова на зимней рыбалке. Да. Ладно, сейчас все расскажем. Просто покажем. Давай тогда поменяем эти. Да. Все, сразу. Будем ловить. Что? Господа, с щукой надо быть крайне аккуратным. Вот я ее нес небольшую. Ну вообще полоснула прям знатно. Ну стой, да замрит, ну да. Ну я зачем это показывать? Поэтому всегда с собой носите. Вот у нас и спереки, и зеленка, и, соответственно, пластыри. Ну да, небольшая как аптечка. Раз-таки, вот, да, на такой случай. Заливай. Самое то. Блин, прям на сгибе. Ну ты ее под рот прям хотел взять, да? Точнее, нес. Я ее взял, да, она вывернулась и мне зубом, походу. Ну, ладно, давайте сейчас мы вернемся к вам, как Женек все закончит. А мы пробурили. Я знаю, а мы вот луночки пробурили тут вот, по кругу. Хотим поискать бель. Вроде уже холод нам показал рыбку. Пошли пробивать камеры и, собственно, увидели флаг. А за ним и второй. Значит, что происходит? Вот Антон сидит, копается. Копается он в корме. Это обычный панировочный сухарь. Дело в том, что вот мы сейчас посмотрели через эхолот на эту луночку и нашли рыбу. И вон там еще лунка. Вон. Вы не поверите, мы нашли рыбу. Да, я, честно говоря, даже... О, Тох, флаг, смотри. Да ладно? Да. Сейчас, прямое включение, сейчас добежим. Да, вот мы. Опять же, мотало немного. Подмотало, да? Да, подходил, было. Мы тут залатали меня. Блин, болит, если честно, кстати. Побаливает. Поэтому, ребята, щукой реально аккуратнее. Носите аптечки ради таких случаев. Не, аптечка в любом случае нужна, но вдруг крючком зацепилось еще что-то. Хотя бы пластырь, да. Да и перекись. Перекись, да. По сути. А, ну зеленочка. Перекись копейки, пластырь копейки, зеленка тоже копейки. У меня вот эта аптечка, наверное, рублей 200 стоила. Нету. Просто ударила. А, походу, подлунка стояла и бросила. Обидно. Ну ладно.
Как так, как там говорят, у рыбы тоже должен быть шанс. Типа того, да? А что, живой живет прям? Да. О, огонь. А теперь я вам покажу, что тут происходит со льдом. Вот я иду, в принципе, этот верхний наст меня держит. Но вот следы, я прям наступаю. Опа! И по сапожок. Все это в воде. Ой. Соответственно, бегать здесь практически невозможно. Начинаешь бежать. О, вот опять провалился. Начинаешь бежать, проваливаешься. Идешь. Ну, держит. Но в основном, конечно, отстой, короче. Итак, вернешься. Вернемся к нашим баранам. Мы взяли немножко. Ну да. Ну, 500 грамм, наверное. Ну, сухарик, наверное, даже и 500-то нет. Немножко, я думаю, увлажним все-таки. Импровизировано, да. Ведерка у нас нет с собой отдельного. Ну, хоть немножко. Вот, ну, соответственно, сразу же туда мы кинем мотыля кормового. У нас всего его 100 грамм. Ну, мы, в принципе, и не собирались прям активно бель так ловить. Это так. Ради забавы, что ли. Ради разнообразия. Нет, даже. Мы просто надеялись, что мы в охолоте найдем рыбу. И нам много корма не потребуется. Мы просто ее подкормим вот набором небольшим. Короче, с первой лунки нашли бель, что удивительно. Все, в общем, Тоха пойдет сейчас. Да, все нормально. Короче, будет кормить. Я пойду еще, наверное, пробурю. Еще посмотрим в охолот. Может, еще что-то найдем. Всего добавляю? Да-да. Что нам с ним делать-то? Мотыль в этом году дешевый у нас, мелкий. Да, как... поэтому... Казалось. Можно. Но мы взяли все равно 100 грамм. Да больше не надо, потому не что. Надо. Ребят, не прошло и 15 минут. У нас снова поклевка уже на мели. В этот раз пристал флажок. Поклевка Женька. А Женя говорит потише. Но здесь мелко совсем. Сантиметров, наверное, 20 там до дна ото льда. Ну, погнали. Есть? Была! Была? Блин! Не дождался просто. А, это она в траве, извините. В травке? Ну, смотри, видно, как. О, слушай, да. На морде. Слушай, кстати, хорошая рыба была, походу. По морде его, да. Нормально. Мордас. На мелике, блин, на таком вообще. Вообще, она ему глаз выбила, прикинь. Да. Обидно. Да, чтобы вы понимали, у нас вот... Вот этот ряд, он у нас на русле, мы его с лета выявили, а левый, он на грани русла и мелика уже. Но мель тут сразу, я не знаю сколько, ну 20-30 сантиметров от нижней части льда до дна. Ну вот смотрите, у меня, говорит, нормальная была. Блин. А, снова моя поклевка. Мы правда, мы за полтора часа получили уже 4, поймали 2. Ну то есть как-то это странно для этого места, мы даже не ожидали. Мы думали не, так. Мы здесь часто ловили, как бы получали загары, но ну, рыба была все вот такая. А здесь как бы две сразу более или менее, и это было хорошее на самом деле. Вот так вот. Вот так вот? Вот так вот. Вот так вот. Ну, смотри, ну что... Ну... Да, иди, все. Ну, это невозможно. Да, это... Ноги проваливаются, блин. Идти невозможно. Ну, мы справляемся со всеми нашими неудачами. И победами. Поймаем трофей. Говорят, здесь девятку поймали один раз. Врут. Короче, дальний флаг. Я прям отсюда вижу, что мотала. И мотает, продолжает. Да, Тох, ты подожди, не пугай ее. Не пугай. Она должна была много довольно смотреть на самом деле. Вот. Мы пока готовили вам анонс, кстати. Естественно, мы про это расскажем. Мотнуло сейчас, да. Чутка. Стой, натягивается. Я вижу. Что ты будешь делать? Сечь, не сечь? Сечь. Тогда прям сейчас давай. Жесть. О, что такое? Нет, через траву было. А.
Я что-то подофигел, если честно. Я видел, какой был он. Сход. Флаг, Жек, еще один, Жек. О, второй дуплет, господи, сегодня. Опять бежать. Прибежали мы, наконец-то. У нас, ребят, дуплет. Второй дуб. Разных концах. Да. Я свой только что слил. Прям под лунг, но я немножко поспешил, конечно. Ну, я тоже все, правда. Я слабину дал. Немного. Я боялся, что сейчас она вот уже в лунку влетит. Хотел ее немножко, знаешь, подержать, когда она бесится под лункой, но не просто пам. Ну, слушай, она вообще не смотала особо, я думаю, сдернула просто. Ну, поклевка твоя, смотри, но мы пока разбирались. То есть буквально вот пока вот я вываживал, она стрельнула. Походу, да. А, нет, там, там, там. Да, я вижу. Есть. О, нормально. Нормально? Да. Давай, 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 давай. Бьется. Снимаю, как могу. Не сойдешь. Женек, давай. Во-во-во-во. О, что так стравливать-то, а? Здесь. Не дать. Иди сюда. Осторожнее, осторожнее. Ой, плохо. Я молчу. Ой-ой-ой-ой. Охренеть. У-ху-ху-ху! Нифига себе! Хорошая. Нормально. Но это уже за кило должна пойти. Какая красота. О, ребят. Ребят, просто огонь. Да. Блин. Слушай, ну правда, она более чем, смотри. Слушай, я смотрю. Мне на хорошая, да. Этот водоем, да? Да, чем сюда не ездили. Фу. Ну пойдем заряжать. Какая? Какой флаг? Шестой флаг? Шестой, да. Три рыбы поймали. Снова твоя поклевка. Сейчас. Шесть флагов, ребят. За три часа шесть флагов, два дуплета, три рыбы и два схода. Да. И офигеть, одна холостая. Офигеть. Вот это рыбалочка. Вот это я понимаю. Вот это да. Сбили, кстати, борода. Ну мы только прикормили, ладно. Фу, ладно. И без пиявок, главное, она прям. Она еще такая золотая, чистая, прям. Вот это хорошая рыба, хорошая. Это хорошая. Ребят, с вас лайк. Ну, собственно, два дуплета. В Подмосковье. Ладно, го, го, го. Ребят, это реально раздача. Мы только дошли до своего лагеря. Вот она мотала. Мы сейчас подходили, я видели. Вот мотнула прям сейчас чуть-чуть совсем. Ага. Короче, выход так выход. Забавно. Реально, вот только дошли, постояли, да. Обсудили. Ну, 5 минут, наверное, прошло с последней поимки. Ой, нет, с последней поимки минут 10 все-таки. Ну да, мы пока живца Ну, короче говоря, у нас был дуплет. О. Слушай, ну она стопудов переживала уже. Хотя... Есть. О, ну такую мы отпустим. О, что, давай сразу прям отпускай тогда. Живец живой. Ой, и тем более живец живой. Класс вообще. Вот, стой, стой. Вот смотрите. Мы, короче, обычно здесь вот таких и ловили. И когда мы сюда приехали, я предполагал, что будут примерно такие, да. Ничего, не закровило, все нормально. А. Ну ладно, я думаю, выжить, ничего страшного. Вот, и мы таких постоянно ловили. И я думал, что мы приедем, мы, ну, плюс-минус такие, наверное, и будут здесь клевать. А тут, ну, достаточно неплохие. Нормально, кроме нет. Отпускаем? Да, конечно. Давай сразу. Зачем нам такая мелкая? Оп. Опа! Оп-оп-оп-оп. Застрял. Она мордой уткнулась. Она в лед в этот уходит. Да я понимаю. Да господи. Она скользкой теперь стала, погоди. О, должна была. Хвостом вильнула, сказала пока. До новых встреч, друзья. Да. Когда будет пятеркой? Мы не успели. Вот только рыбу отпустили. Я пошел за живцом, смотрю, вот видите, ведро стоит. Ну и, соответственно, рядом флаг. Ребята, это третий дуплет. Ну, будем вот считать она... этот... Я вижу, она мотает. Как ниндзя, чувак. Ой, она во льду, это жерлица, слышишь? Ты выдерешь, нормально.
Офигеть. Я, ну, правда, в шоке. Это, наверное, лучшая рыбалка, вот когда за всю зиму. За эту, да. Я уже не знаю, какой это флаг. Это восьмой должен быть. Восьмой? Ну, ты первый. А, я на твоей. Я говорил, что шесть. Да. Сейчас был седьмой, я поймал. И восьмой. Она там, Жек. Ребят, ну вот только-только, охренеть. Мы только отпустили. Женя такой, ну давай, я за живцом. Поворачивает голову, флаг стоит. Блин, ну я хочу подождать, если честно. Тут просто под нами трава, и она, скорее всего, может стоять и зажевывать его как раз-таки. Ну здесь... Подожди, а тут не русло? Мы же соседний, а нет. Соседняя мелкая, это глубокая еще, походу. Или нет? Я к тому, что примерно соседний тогда здоровую слили ведь. Ты слил, может, да? Может, это она? Ну, я слил. Вот там. Че, фигачу? Я под руку не говорю. Есть. Ой, тоже хороший итог. Что это кило, это вот. Что вообще? Это кило, или бы больше даже. Возьми, а. И я закровил тоже. И ты закровил? Чуть-чуть совсем. Блин, ну раздача. Ребят, это капец вообще. Я искренне в шоке. По мне не видно, но у меня шок. Женек не умеет улыбаться, но чтобы вы понимали, он сейчас просто, у него улыбка от уха до уха. Это невозможно. На самом деле мы... Водоем маленький. Щучка здесь всегда была. 200, 300, 400 грамм. Редко влетали килошки там раз в год. Ну и это что? Это просто, блин, три дублета. Ты когда такой же? Три дублета. Ты два покажешь, а? Три дублета. Да, это жесть. И причем смена погоды была. С минус 20 вчера, ну, позавчера минус 20, вчера 0, сегодня минус 3, и она берет. Давай. Ладно, мы отцепляем. Я пойду заряжу еще дальнюю. Мы к вам вернемся, еще разок, наверное, расскажем, поделимся эмоциями. Да, есть одно предположение, почему так происходит. Фу! Охренеть. Кайф. Вы только гляньте, что происходит с погодой. Ладно, что, поймал, что ли? А. Еще у нас, короче, предположение, вот что я хотел сказать. Три дня назад давление было 720. Ой, нет, вру, 750. Через день 720. И вот на мы приехали, получается, на третий день. Сегодня давление 735. И вот такой дикий скачок, скорее всего, очень сильно подвинул щуку. И она реально стала активная. И... берет. У нас на самом деле все поклевки щука реально глубоко глотает. То есть у одной только был заклювик. У одной. Все остальные прямо в гландах. Поэтому, кстати, слушай, сегодня, возможно, следует ждать даже. А не рвать так. Может быть, я оторвал снова. Да ё-моё. Надо там лунку пометить, там левая, по-моему. Так мы же холотом там били, там же было. Вы думали, что это рыба, по-моему? В общем-то, да, вывод такой, что, ребят, если у вас дикая смена погоды, реально, просто езжайте на рыбалку, и 100 пудов она будет нормальная. Ну, дикая смена погоды с холода на тепло, вот скорее да, такая. Да, да, на потепление. Такая. Вот, будет вам рыбалочка. Ну, слушайте, у меня слов-то нет, если честно. Ну, жесть. Ну, правда, я такого клёва очень давно не припомню. Короче, чтобы вы понимали, мы приехали сюда в 8 утра. Сейчас 11:30. То есть, по факту, за 11:30... 9. 3,5 часа. 9 поклёвок, а? Как вам Московская область-то? Как ничего себе. Для наших мест... Я прям увидел. Я смотрю, все стоят как на подбор. И у одной открывается. Ой, черт с ним. Ничего так ничего. А прикинь, там десятка сидит, и я такой расстроился. Да-да-да. Ну, конечно же, нет. Ну, учитывая, что здесь трава, здесь действительно деваться некуда. Ну. Ну, снова отпускаем. Ой, живец опять живой, смотри. А, назад клювик, слушай, класс. Чё, забираем? Не за клювик. Только пасть не за... Иди за разжимом. Давай. Ребят, мы прервёмся, надо отпустить её. Судьба, судьбинушки.
Короче, ей судьба не улыбнулась, к сожалению. Ну, она реально повредила жабры, показывать не будем. Крови достаточно много, не очень все это, конечно, приятно смотреть. Ну, возьмем, что? Ну, отпускать ее, чтобы она умерла, я считаю, что это, ну, странно и глупо, короче. У меня отец засушит, и он нравится ему такие. А мы сейчас вам кое-что расскажем. Очень интересные новости. Я думаю, что они вас порадуют. Новости следующие. Мы готовились и запускаем свою продукцию. Да, мы представим три вида нашей продукции. Первое — это у нас такие вот сумки. Покажи, да. Вот, все подписано, все наше, совместно с нашим хорошим знакомым. Мы вместе с ним разрабатывали долго эту сумку, в итоге получился такой неплохой цвет. Ну и по функционалу, да, в принципе, да, да. Вообще покажем, отлично. Да, что туда влезет. Следующая позиция. Следующий лот. Да. Доставай. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть видов резины нашей. Ну, тоже совместно с одним мастером, который их, соответственно, делает и нам отливает. Ну, цвета, как бы, да, мы выбрали самые топовые, на наш взгляд, цвета. И для вас их подготовили. Мой любимчик вот этот вот. Черно-фиолетовый, да? Да. Классный цвет. Все, посмотрите в Инстаграме, сделаем пост и все, ну, дела. И, собственно, третий лот, вот такие вот наклеечки наши. Народ писал в ТикТоке. Да, пожалуйста. Где наклейки? Вот наклейки, все есть, все готово. В Инстаграм мы все выставим. Сможете узнать и цену, и что вообще, к чему. И в Инстаграме также можно все это заказать. Все верно. А в эту сумку влезает вот такая коробка. Туда же плюсуется вот это. Вот это. И еще можно всякие мелкий шмурдяк, типа отвертки на флаг. Эхолот-то у нас флаг. Да, побежали к флагу. Ну что, господа коллеги. Это у нас юбилейное десятое? Одиннадцатое. У меня нечетное. А, не, у меня четное, да, десятое. Десятое юбилейное, ребят. Тут вообще русло руслом прям. Не знаю. Да, по поводу всей нашей продукции ищите в Инстаграме посты, цены, акции даже есть, кстати. Да, все будет, скорее всего, со скидочками первое время. Не упустите возможности, сразу залетайте. Все верно. И берите кому что надо. По поводу сумок мы их тестировали уже. Уже полгода тестируем. Да, год точно, год мы их тестируем. Ну, год, да. Более чем круто, даже дополнять не стали. Ну, а по поводу резины сами скажете. Ну что? Давай попробуем. Ну, давай попробуй. Давай снова килошку. Блин, я не удивлюсь, если ты сейчас снова кило достанешь. Вряд ли, я думаю, холостяй сейчас. Ну, честно, я не хочу тебя расстроить, но я тоже так думаю. Да? Ну да. Ну, живец на месте, живой, слава богу. Бежать не придется. Ну класс, 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 класс. Вот мы натоптали себе трассу. Сейчас. А чё ты пошел-то, а? Куда ты пошел? Ой, ё!
Во. Проводился вообще нормально. Вот так вот идешь. Ой. Идешь. И вот тут начинается просто. Опа. Мясо. Ну, реально жестко. Бегать поэтому практически нереально. Ну вот, ну серьезно, ну просто вода, пол сапога. Вообще спокойно. И вот такой путь. Блин, заваливаюсь. Ну, 20 метров. По поводу вот погоды. Вот мы буквально сейчас жерлицу снимали. Был лютый снегопад. Вот сейчас уже, соответственно, солнце. Вот. А что по льду? Хочу вот что показать. Короче, этот верхний слой. Вот. Вот, верхний слой, короче, с мою ладонь. Это просто замерзший мокрый снег. То есть я вот прям могу взять сейчас. Опа, оп, оп. Оп, вот, снег достал. И где-то этот верхний слой держит, а где-то нет. Собственно, поэтому такая каша и на водоеме присутствует. Вот я тоже отличился, мелкий прям совсем. Ну, естественно, нам не нужна, поэтому гуляй смело, подруга. О, красота. Опа. У нас очередная поклевка, но, к сожалению, мимо. Но мы видели, то есть пока бежали, я видел, как она крутила. Она очень много смотала. Да, смотала много, завела в траву, скорее всего, напоролась на траву, почувствовала натяжение и пошла отсюда. Ну, живет живой на месте хотя бы. Все, ждем следующей поклевки. Ну, ребят, у нас середина дня. Это 14-я поклевка, и вот последние, наверное, сколько штуки? 3 уже, да? Ну да, мелкие либо холостые. Да. Забавно, я прям издалека видел, как флаг вот так вот качается. Ну, я достану. Почти на глазах, короче. Чтобы мы посидели тут уже некоторое время. Да, некоторые, ну, поклевки последние 3 не снимали, потому что, ну... О! Есть, ну, что-то? Ну, небольшая. Опять мелкая? Опять, ну... Ой. 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 Ну? Ну... В пиявках, нет? Слушай, ты глянь, какая она прям золотая. Блин, стой. Вообще чистенькая. Прикол. Да. Ну, я не знаю, честно. Ой, слушай, здесь надо флюр менять. А я вижу, у нее жабра уже вон немножко вываливается. А, блин, пусть забрать. Ход забираем. Обидно. А здесь флюр менять 100%, он вообще перетертый капец. Да? Ну, поменяем, значит. Ну, на самом деле, можно на еще разок попробовать. Пускай. Рискнуть. Ну, а потом, да. Дать ей шанс. Типа того. Да, все, сейчас смотаем и... До новых встреч. Сейчас попробуем окуничку поискать. До новых встреч. Да. Итак, господа подписчики, наши любимые, мы завершаем эту рыбалку. Я нарекаю ее лучшей рыбалкой за 3 сезона. Да, за 3 сезона лучшая. По поклевкам и по рыбе. И по весу рыбы. Поэтому сейчас покажем итог и попрощаемся. Да. В общем, вот наши красоточки. Прыгают живые, потому что мы в этот бассейн поставили. В итоге 5 щук. Антон, ты доволен? Да, я доволен. Рыбалка, я поймал сегодня мало. Мелкие были у меня, но я очень доволен за Женька. Прямо вот. Да, я сегодня оторвался. Ну что, пока-пока. До скорых встреч. Кстати, в следующем выпуске мы анонсируем, скорее всего, розыгрыш. Вот так, что... Кстати. Вот что мы затеяли. Тройной розыгрыш. Пока-пока. Пока.